пожарно-спасательные подразделения, значит, реагировали на оперативные события более 16 раз. Значит, могу сказать, что за данный период, значит, количество техногенных пожаров, значит, снижено практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я могу сказать, что это произошло благодаря активной работе и органов местного самоуправления, значит, и глав районов, проведения комиссии по чрезвычайной ситуации, те, которые они проводили, значит, перед новогодними праздниками, значит, дали свои определенные плоды. Значит, это в том числе и проведение профилактических мероприятий надзорными органами сотрудников МЧС. За данный период у нас, значит, было сотрудниками надзорных органов проверено проверено 34 объекта социальной защиты населения.